Здравствуйте, друзья! С вами вновь Лариса Левинская. И сегодня речь пойдет о Telegram, а именно о том, как лучше размещать большие посты, большие объемы текста в Telegram, чтобы это было читаемо, чтобы это было показывало ваш уровень. Итак, у меня задача. Есть текст. Довольно большое количество символов. Он у меня сейчас в Word. Я хочу этот текст разместить на своем канале в Telegram. Для этого я хочу показать два варианта размещения. Возьмем самый простой вариант. Я просто копирую выделенный текст, нажимаю правой кнопочкой «Копировать» и затем перехожу в свой канал Telegram, один из моих каналов, и просто вставляю правой кнопкой, выбираю «Вставить». Можно добавить смайлики, картинку добавить, но я вам покажу просто для примера. В принципе, неплохо, но не очень будет наглядно, приглядно смотреться и не очень удобно читать. Есть альтернатива. Для больших объемов текста, чтобы они хорошо смотрелись в Telegram, я предлагаю вам использовать вот этот сервис. telegra.ph. Я его загрузила. Даю название. Пишу свое имя. Моя история. И вот сейчас я буду копировать, убираю вставить правой кнопкой. И вот моя история. В таком виде оно и будет показываться в Telegram. Практически как на сайте. Очень удобно. Я могу еще добавить фотографию, как вы заметили. Нажимаю на значок фотографии, фотоаппарат. И выбираю файл, картинку, которую я хочу загрузить. Обратите внимание, чтобы размер картинки был не очень большой. У меня размер картинки 1500 на 1633. Выбираю открыть. Идет загрузка. Картинка загружена. Также можно добавить в пост ссылки на YouTube канал, Twitter. И все, что от меня сейчас требуется, выбираем Publish, опубликовать справа вверху. При необходимости можно отредактировать. Я копирую вот эту ссылочку в строке браузера. Выбираю копировать. Перехожу в свой канал Telegram и вставляю эту ссылочку. Подгружается картинка. Enter. И вот видите, как, допустим, глазами пользователя моего канала, глазами подписчика. Я перехожу по ссылке, по посте. Меня автоматически перебрасывает на telegra.ph. И вот он, и картинка, и текст смотрятся очень-очень приглядно. И показывает ваш довольно приличный уровень владения Telegram. Я надеюсь, что сегодняшнее видео было для вас полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Лариса Левинская. До скорой встречи!